Омская филармония дома. Я Алла Енина, актриса Омской филармонии, мастер художественного слова. У меня 47 сольных программ. Мои пристрастия в литературе, в поэзии огромные, но я хотела бы сегодня вам предложить из программы «Десятая муза» несколько сонетов разных эпох, разных авторов, разных стран. 14 век, Италия, Франческо Петрарка. 1327 год, в Авиньоне, в церкви Святой Клары он впервые увидел Лауру. И любовь пронес через всю свою жизнь. Любовь была платоническая. Есть существа, которые летят навстречу солнцу, глаз не закрывая. Другие темноту, предпочитая, до сумерек в укромных гнездах спят. Но есть еще такие, что назад не повернут, в огонь себя бросая. Несчастных страсть погубит роковая. Себя несчастный ставлю с ними в ряд. Красою этой дамы ослепленной я в тень не прячусь, лишь ее увижу. Не жду, чтобы скорее ночь пришла. Судьба послала это испытание. Слезится взгляд, но как завороженный стремлюсь туда, где я сгорю дотла. Благословляю день, минуту, доли минуты, время года, год и место, и предел чудесный тот, где светлый взгляд обрек меня неволе. Благословляю сладость первой боли и стрел целенаправленный полет, и лук, что эти стрелы в сердце шлет, искусного стрелка послушен воле. Благословляю имя из имен и голос мой, дрожавший от волнения, когда к любимой обращался он. Благословляю все мои творенья во славу ей, и каждый вздох и стон, и помыслы мои ее владение. 16 век, Англия, Вильям Шекспир. Сонеты к смуглой даме. В тот черный день пусть он минует нас, когда увидишь все мои пороки, когда терпение истощишь запасы, мне объявишь приговор жестокой. Когда со мной, сойдясь в толпе людской, меня едва подаришь взглядом ясным, и я увижу холод и покой в твоем лице по-прежнему прекрасном. В тот день поможет горю моему сознание, что я тебя не стою, и руку я в присяге подниму, все оправдав своей неправотою. Меня оставить вправе ты, мой друг, а у меня для счастья нет заслуг. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгуй чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей поет в полночный час весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, когда его молкнут излияние, но музыка, звуча со всех ветвей, обычный став, теряет обаяние. И я умолк, подобно соловью, свое пропел и больше не пою. 17 век, Испания. Инесса Хуана де ля Крус. Страстью была поэзия и наука. Но женщине в ее эпоху науке доступ был запрещен. Она очень мало прижила на свете, но прожила яркую, как пламя, жизнь. Меня не любит тот, кого люблю.
Я не люблю того, кем я любима. К слезам немилого неумолимо сама перед любимым слезы лью, хулящему меня любовь сулю, хулю того, кем я боготворима. Смеясь над нелюбимым, нестерпимо насмешки от любимого терплю. Любя и не любя, я оскорбляю всегда невольно одного из двух. Сама, любя и не любя, страдаю. Терзают оба мой смятенный дух, один меня мольбами оглушая, другой к моим мольбам оставшись глух. Когда вчера с тобой я говорила, я по холодным видела глазам, не веришь ты уже моим слезам, ты требуешь, чтоб душу я раскрыла. Любовь свое величие явила, свершилось чудо. Вняв моим мольбам и волю дав спасительным слезам, измученное сердце оголило, поверь ему. Оставь ненужный страх, прочь ревность, прочь больное подозренье. Уже, любимый, ты в моих слезах не слышишь сердца моего биенья. К тебе взывает сердце о прощенье, сочась слезами у тебя в руках. Спасибо. Будьте здоровы и счастливы.